jazz. He's got what I need, I know he has. And when the world goes wrong and I've got those blues, he's the man that makes me put out both my dancing shoes. The more I get, the more I want it seen. I paid Joe Doc the jazz in all my dreams. And when I'm troubled, down and mixed, he's the one that gets me fixed. Hello Central, give me Doc the jazz. Уходить уж больно здесь прекрасная такая рок-н-ролльная туса. Ну что, дорогие любители планерного спорта, это репортаж с парапланерных соревнований. Вот, посмотрите, какие тысячи парапланеристов. Нам надо как-то между ними пролететь, потому что нам надо в другую сторону. Вот представьте, что все воздушное пространство буйками затянуто, и вы чувствуете себя, блин, как аэростат Второй мировой войны. Это что-то вот с чем-то. Страшно до безобразия. Ну, вроде как пронесло. Все, перекрыли нам кислород весь. Друзья-парапланеристы, табуном. В общем, ощущается это как противопланерное заграждение. Скажу вам честно. Но вообще прикольненько. Прорвались. Наша цель дальше Маргон, прям по курсу, потом проходим по долине Барселонета и, скорее всего, попробуем долететь сегодня до Монтевизо. Елочки, фиголочки, скорость 200, мы на переходе, слева озеро Серпансон. Свобода! Мы прорвались сквозь параплавы. Никогда не думал, что парапланисты меня будут так пугать. Эй! Посмотрите, с какими штуками мы сегодня летаем. Завчера были парапланы. А сейчас вот птеродактили вот эти. Блин, как же страшно-то. Гляньте, вот такая штука. Это микс планера и дельтаплана. Еще уже не дельтаплан, к сожалению, еще не планер. Но вообще штука прикольная. Я на таком боюсь, конечно, летать. Вот мы сейчас вдоволь с ними налетаемся. Вон дюно, две штуки идут. Во. Это как вот этот. О! Вот так, 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 так. Ах, красота! Сейчас я развернусь. Во-первых, лучше выше. Заедем, а во-вторых, на какой скорости подходим. Видите, опять у нас вокруг, а вокруг кресты, кресты, кресты. Куча народу. Каша. До открытия старта 5 минут. Наши друзья пропланируют. Веду репортаж с соревнований по чемпионату Литвы в микс-классе. Вот что у нас тут творится. Лак какой наглый, а? Ненавижу. Прикрой атакую! Ну, в общем, очень страшно. Мы пока в верхнем эшелоне этого пчелиного улья. Вот, посмотрите, что внизу творится. Как мне только никого не забодать. Главное, не поцеловать кого-нибудь. А то уж очень прыгать не хочется. Демонстрируем классический ход-поток. Скорость бросил. Вижу. Вижу этого. Оп. Как вот шикарно вписались. Идеально вписались в группу планеров, они стояли до нас. Мы на скорости подошли и практически на уровень ушли. Классно, прям с первой спирали закрутили, прям чики-пики. Ну вот, набираем. Вот так это красиво выглядит. На кислороде работаем. О, мы догнали. Ага, от нас не сбежишь, 5 метров у нас. Эй-гей-гей-гей! Вот так это выглядит на экране.
Ух! Справа от нас летит планер АСК-13. Очень хороший планер двухместный. Огромное количество их в клубах еще осталось. Очень нравится инструкторам, потому что там дружелюбный для курсанта, хоть он и деревянненький. Единственное, требует ангарного хранения, конечно. Потому что по-другому деревяшку не похоронишь. Но что делать? Зато в данном случае он уже недорогой. Довольно простая конструкция. Самое главное, что его летные характеристики весьма дружелюбные для курсантов. Вот он у нас в потоке, по идее, должен делать, потому что он деревянный, легкий. Вот. Мы, конечно, красивый стеклянный, но сейчас у нас набор, который нам позволяет выбраться из этого болота, в котором мы всю первую половину... Черт, кто-то там рядышком с нами. Видите, у меня срабатывает система оповещения свой-чужой, что кто-то рядом летит. Ну вот. Раз, планерочек прошел, видите, как можно, кажется, что у нас склон ниже, ой, близко, а на самом деле еще планер помещается между нами и склоном, я понимаю, для красоты встали, что ли, но у нас тоже для красоты будет, та-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 та, все, хвост зашли, можно сказать, сбит. Это американский планер. Легкий, 80 килограмм он весит. Spiral Hawk. Удивительная штука совершенно. Вот, сейчас я вам показываю. Его, наверное, задняя камера не снимает. Сейчас я постараюсь отстать и пройтись еще так, чтобы он попал в заднюю камеру. Демонстрирую вам набор в потоке, осложненном большим количеством других планеров. Саш, ты снимаешь 360? Отлично. У нас тут 5 штук. Но я сейчас держу вам в поле зрения двоих. Самое безопасное место, на самом деле, касательное. Да, многие спрашивают меня, как вы не сталкиваетесь в воздухе. Ну, дело в том, что работа в потоке подчиняется достаточно четким правилам. То есть я... Вот сейчас хотел бы, может быть, закрутить пожестче, потому что ядро справа. Но я этого не делаю, потому что я в этом случае пересекаю траекторию впереди идущего планера. Ну, то есть сейчас все время идет касательное к, ну, окружности, по которой мы вращаемся. Стоим в плене и всегда немножечко наружу траектории другого планера. Так же, как и любой, кто стоит со мной. То есть если я вдруг доверну в круг, по которому воображаем и вращаемся, то мы можем встретиться. Смотрите, оп, не очень-то близко. Так, набор он закончил, тот на переход, и он собирается еще виточек сделать, но я считаю, что это бесполезно. А, вон под нами еще один планер. Ну, давайте этот я вам поснимаю теперь. Когда еще с красивыми планерами полетаешь? Рассыпается поток уже, то есть вот этот вот добор, который у нас сейчас идет, но это уже... Легкая бессмыслица. 1,9 метра в секунду. При том, что где-то по 3 метра тут дают. Ну, только что оправдывает нас, что сейчас будет довольно длинный переход. И из-за этого перехода мы тут и нашкрябываем эти кровки. Все. Коллега наш, похоже, пошел. Вот такой летит-то. Хвостом. О! Гляньте, какая штука. О! Ух! О, вот он. Такое вот, видите, как близко планера. О, как приходится работать. Раз, два, три, четыре, пять. Одновременно. Да, тут просто месиво реальное. Битва какая-то, причем... Верх не ушел. Так, вот этот вот Фоксрот оказался довольно сложным человеком. У него какая-то тенденция такая была крутить
Я кручу везде, где хочу. О! О! Параплан. Дай-ка мне же ручечку. Но выше него пройдем, чтобы его не пугать. Вот он, смотрите. Оп! Планер очень сильно способен разменивать энергию высоты на энергию скорости. Где там параплан? Мы сейчас практически на него спикируем, смотрите. Мы сейчас высоко выше него сейчас. Ну и мы выше, чтобы... Почему я держусь выше? Чтобы не пугать. У него... У нас за нами мощный спутный след. Чтобы не пугать параплан, я хожу выше него. Оп, все. И, кстати, заметьте, с фларомом летит чувак. Это круто. Это респект, уважуху этому планеристу, парапланеристу. То есть у нас даже наша система предупреждения о столкновениях в воздухе сработала, предупредила, что летит параплан. Показал высоту до него. Сеудиню Ташку Полукнес. Далеу Рисису Полукнес, Висадяру. Минуту Винда, Гара, Вакар, Икер. Полукнес Лимазу Индия Лободена. Верши Полукнес Сеудиню Ташку. Прошу, где ему и тут ему информацию. Limazulu Indija, Palūknės, laba diena, takas 1-8, teskite artėjo, ima virš trečio praneškit. Dabar žiūrėk trafiką, matai? Skrenda va, jisai ką tik trečią pranešė. Ta taškas eina, vienas esna. Vieną girdėjau, ką tik į trečią zoną išskrido, Zulu. Jisai nepasakė, kiek lėktuvų yra rate, tai mums patiem tik reikia susižiūrėti, kaip čia kas. Žemėlapį gali mest atgal, kad tau netrukdytų ar pasidėt kažkur. Kaip ir niekam netrūdom, nu reikia pasižiūrėti, ar rate tikrai nėra. Vat vizualiai ratą įsivaizduoja, ne kur taip, 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 matau. Šitoj nėra, šitoj nėra. Pakilimo, nu ar to, da irgi nėra. Tai ir skrenu. Впереди стоит группа планеров, я, конечно, чуть ниже них, но сейчас попробую подстроиться. Набирают они достаточно интенсивно. Вот, над нами, сейчас я делать буду свечечку. Оп, буду, конечно, дождаться подъема. Ну, делаю новичковую ошибку, оттормаживаюсь до начала подъема. Хотя за это студентов своих всегда ругаю. Так, ну что, вроде как встали хорошо. Высота 3700, метров 400 мы здесь наберем точно. Ну вот, значит, следующая наша остановка — Маттерхорн. Ой, бля, простите, как неудачно вошел. Он, конечно, ну, вошел в спираль более-менее правильно, но он реально пересекал вот этот планер мой курс только что. Я его увидел, честно говоря, так как смотрю в центр спирали, туда, куда я лечу, собственно, я подход его не наблюдал. В общем-то, не знаю, не уверен, что он вообще молодец, этот чувак. Ну, что ж поделаешь. Все мы ошибаемся иногда. Вот он, Маттерхорн, мы до него добрались. Добрались до него! Хе-хе-хе! Вот он, красавчик! Эх! Хе-хе-хе-хе! Вот он, тублерончик наш. Ну, альпинисты есть. Вон планера тень какого-то тоже летит. Солнце сзади. Блин, планер видишь? Планер справа, 2 часа выше. 2 часа выше, а вижу, да. Вон коллега наш какой-то летит. Видите? Смотрите. Несет нас опять. Эх! Как красиво! Посмотрите. Сейчас мы вернем под облако и по южной стороне пройдемся. Смотрите, как это красиво. Оп! Здесь уже не видно ничего. Вокруг Маттерхорна мы облетели. Сейчас, смотрите, пройдем по этой стороне и еще раз, значит, облетим Маттерхорнчик. Высота позволяет. Вот здесь обычные альпинисты всякие сидят. Давайте смотрим, есть альпинисты? Оп! Нету, альпинистов нету. Йуху! Вон там впереди планер набирает перед конвергенцией. Посмотрим. Всем интересно, что тут творится. Вот они. Все пытаются что-то схватить. Какую-нибудь вкусняшечку.
Но этой вкусняшечки на всех не хватает. Ладно, мы пойдем дальше. Тем более, что народ пошел дальше, не стал тут заморачиваться этой конвергенцией. Вот, планировочки. Пробует ее брать. Смотри-ка, а может здесь поток какой есть. Закрылось на 4. Отлично. Вот мы с другим планировочком сбоку стали. Что удивительно, тоже набираем. Не знаю, пойдет он дальше или нет. Но пока набор есть, почему бы не набрать и полюбоваться конвергенцией. Вот еще один планер под нас стал, вон он снизу. Ну, вообще шикардос. Смотрите, какие виды красивые. На фоне облаков. Мы в большой группе из друзей-планеристов. Тусняк! Эгегегегей! Ой, как красиво, как же красиво. Сейчас у нас план попробовать думать на Маттерхорн. Я думаю, у нас все получится. Как ты думаешь? Не получится. Ну вот так полетать, это просто мечта. Вот, я специально сейчас чуть-чуть взял так, чтобы через край облачка пройтись красиво. У нас еще и задняя камера снимает. Ой, праздник, 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 праздник сегодня. Не будем сейчас спешить. Пойду и пойдем стаей. Ой, над нами еще один, смотрите, вон он мечется. Вот так можно в конвергенции фигачить. Набираем. Оно, в принципе, может и скучно. Но посмотрите, как бесконечно красиво. Тарам-тарам-там-там-там. Ты смотри, если кто пойдет на переход, нам тоже надо. Этот набор бесконечно длиться не должен. Надо, в общем-то, и по маршруту идти. На хвосте у нас планер. Вы должны его наблюдать. Вот, смотрите. Ну, по крайней мере, красивые съемочки поделаем. Вижу, верхняя вижу. Оп. Смотрите, какая-то, какой тут у нас трафик мощный. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Да, до Маттерхорна должны сегодня долететь. Вся погода об этом говорит. Ну ладно, я вижу, что народ тут заигрывается, это на самом деле. Верхний пошел на переход, ну и мы пошли. Чемпионат Европы, день 3. Посмотрите, сколько нас собралось на, уже по маршруту в одном потоке. По сути, это первое облако за, там, не знаю, 20-25 километров. Вот, и мы все набираем в одном термике. Весело. Капитан Оптимизм сосредоточен, выкручивает, потому что мы тут, нас тут очень много. А я, видите, сижу, делаю вам репортаж. Оставили короткое задание на 1:45. Оно совсем коротенькое. Прыг-скок, пару зон и домой. Ну и это осложнено тем, что надо еще умудриться как-то вернуться. Видите, огромные развалы, расплывы. Мы прошли бесконечное количество километров, можно сказать, без набора. И вот первый набор встретился. И какой? 0,8 метров в секунду на приборе. И вот что, сколько набилось, у нас сплошные тени летают. В общем, так себе все. Не сказал бы прям, что зашибись, но мы будем работать. Да, капитан Оптимизм? Да-да-да-да, работаем. Есть даже некоторые, кто ниже нас, вон, потихонечку догоняют, но ниже. А сверху потихонечку все пошли на переход. Ох ты ж, ё. Вот так вот. Ну и мы, наверное, сейчас пойдем. Пойдем, шеф? Все. До свидания, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Пошли мы дальше.